Предпраздничный развод. За неделю до Дня народного единства и за две до 70-летия органов внутренних дел на площади перед Белым домом состоялся показательный полицейский развод. Его цель – проверить, как готовы подразделения к несению службы в праздничные дни. Прежде всего, начальники обращали внимание на внешний вид подчиненных, особенно сотрудников патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, а также вневедомственной охраны, поскольку именно они дежурят на улицах и, по сути, являются визитной карточкой полиции. Грубых нарушений в одежде не обнаружено, но отдельные недостатки в форменном обмундировании все же были выявлены. Это уже устаревшая у некоторых форма одежды, в том числе этот головные уборы и обувь. Зимнее обмундирование, все. Так точно. Когда получали? Получал 2 месяца назад. Устранить форменные недостатки полицейские должны до 30 октября. В праздничные дни охранять общественный порядок выйдут более 3000 сотрудников. Кроме того, на сегодняшнем предпраздничном разводе отличившихся сотрудников повысили в звании. Райотделам полиции вручили новенькие УАЗики и ВАЗы, а батальонам ДПС – Форд Фокусы. Как сообщил Сергей Губарев, автопарк ОМВД области пополнился на 16 машин. Поступили они через МВД России. Автотранспорт весь, значит, экипирован по последнему, скажем так, слову техники. Это в основном это ДПС. Там и навигаторы, и, значит, видеорегистраторы, и другие соответствующие, значит, технические средства, позволяющие безопасно нести службу на дорогах нашей области.